Сегодня в этом ролике мы зайдем в сломанный туалет Our Defense и мы посмотрим, что в нем находится. Но тебе приятного просмотра. Видеоролики, я тебя хочу разыграть вот такого диджей ТВ-мена. Ну а чтобы получить в этом конкурсе, вы должны под этим видеороликом набрать 5 лайкосиков. Обязательно написать свой никнейм в комментариях от Роблокса, потому что этого юнита я буду выдавать попозже. Ну а также обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком. Ну а также каждый 100 подписчиков я буду раздавать на халяву Титан Сигма Мэна. То есть если у нас будет плюс 500 подписчиков, это 5 Титан Сигма Мэна. Если 1000 подписчиков, то это 10 Титан Сигма Мэна. Ну теперь всем при этом просмотр. Я уже давно пользуюсь сайтом Булдроп для того, чтобы поднять себе Роблокс на аккаунт, и хочу вам его порекомендовать. При пополнении ты сможешь ввести мой промокод Дамбон, который даст тебе плюс 15% к пополнению, что лучше пополнять баланс только вместе с ним. Также у них есть система P2P, просто нажимаешь кнопочку «Пополни баланс» и просто переводишь указанную сумму по указанным реквизитам, и все максимально просто. И кстати, давайте мы попробуем купить кейс за 59 булкоинов. Открываем, и нам выпадает предмет, который стоит 129 булкоинов. Это очень хороший окуп. Но скибиди обменник — это лучший подгончик от булдропа. Кстати, мне подогнали вот такие вот наушники, которые стоят 15 булкоинов. Кстати, внизу сайта есть бесплатные кейсы, которые я уже опробовал и на халяву себе получил булкоины. И их можно открывать каждый день за подписку на соцсети булдропа. Кстати, у меня есть промокод на бесплатный кейс. Активируй и получай на халяву кейс. Если у вас даже будут какие-то проблемы, вы сможете обратиться в поддержку, и вам они помогут. 5 минут и все, робуксы у меня на аккаунте. Ссылка и вся информация в описании, а также в закрепленном комментарии. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабон. Сегодня в этом видеоролике мы будем играть не в обычный Toilet Tower Defense, а как многие называют, курсы Toilet Tower Defense. Получается сломанный Toilet Tower Defense, ну или взломанный, или там у Toilet Tower Defense, но есть одно но, то есть у тебя бесконечные монеты. Но там у меня бесконечных монет, конечно же, не будет, там придется играть, но я уже, ребятки, в этот режим зашел, посмотрел, что и как, чуть-чуть поиграл, и что-то, ребята, скажу вам, ну, чуть-чуть мне понравилось, а чуть-чуть и нет, потому что там что-то у нас необычно. У нас есть там, ребята, Сигма, у нас есть Сигма режим, и довольно крутой тоже режим. Также у нас там есть сломанный режим, тоже мы в него пойдем поиграем. И у нас есть тоже там необычные юниты, это тоже очень круто. И, кстати, в Toilet Tower Defense у нас пропал Охия режим, у нас это первое пропало. Второе у нас пропал Ястер, Патрик, Ивент, то есть Джестер Крэты тоже у нас пропали, и, скорее всего, у нас будут расти в цене. У нас новый Титан Сигма Мэна. Но шанс очень мал, потому что шанс, наверное, 0-0-0-0-0-0-1, потому что их действительно очень-очень много. И это очень плохо. Ну, ничего страшного. Так что, ребятки, я уверен, что вам понравится этот видеоролик, потому что там много чего интересного есть, и также смешного. Я уверен, что вы будете смеяться с этого ролика. Так что, ребятки, перед началом поставь лайкосик и подпишись на мой канал с колокольчиком. Ну а мы теперь будем переходить в этот режим. Если что, ребята, этот режим я оставил у себя в дискорд сервере, заходите. Ну а также есть шанс, если вы будете в моем дискорд сервере находиться на сервере, то есть в голосовом чате, то я к вам зайду и я возьму вас на вторую часть прокачки подписчика. Но теперь мы точно переходим в этот режим. Так, ребята, я уже зашел в этот режим. Ёшки матрёшки, ну то что здесь такого? Апдейт через 2 дня, endless update in ad, ё-моё, в один день, guys, это не Toilet Tower Defense, но тут бесконечные монеты. Так, свои монеты вы можете посмотреть в инвентаре. Так, у меня это 711 монеточек. И посмотрите, у меня есть какие юниты. У меня есть Шеф ТВМН, Сант ТВМН у меня есть. Также у меня есть Спайдер ТВМ, Титан Синемамен, есть Гост Камерамен, есть Ларч Фаервор Камерамен. И тут, ребятки, есть Palm Paradise, Toilet City, Toilet Fortress. Это то есть у нас есть Nightmare режим, Ультра Nightmare режим. Есть Endless мод, просто Endless мод. Так, то есть, подождите, а можно ли у нас сюда попасть? Заходим, ага, у нас тут нельзя попасть. Хорошо. У нас есть, ребята, Сигма мод. Вот такой вот Сигма мод у нас есть. А также, так, он, то есть, если вы побеждаете, то рекомендует Event Towers. Ага, то есть нам нужны ивентовские юнитов, да, у меня, в принципе, их нет, потому что я только-только зашел. А можно ли у нас купить какую-нибудь, ребята, Сигма Мэна? Можно или нельзя? Ага, ничего нельзя купить. Тут тоже у нас ничего нельзя купить, тут у нас все сломано. Так, у нас можно ли купить? Ага, нельзя, потому что у меня 1500 робуксов нету, ребята. Но мы зато сможем купить себе Moving Emotion, так, Rejoin After Buy. Это, то есть, у нас какая-то эмоция дает, да? Moving эмоция. Но не знаю, стоит ли нам покупать или не стоит. Ну, пока что, ребята, мы откажемся.
У меня есть также випочка, можно ее тоже приобрести, но, блин, не знаю, честно, не знаю. Ой, Торрид Сигма. И также есть Main Face мод. Я в этом поиграл и в этом поиграл, также в Nightmare режиме тоже поиграл. Ну, пока что, ребята, игра плюс-минус нормальная. Ой, это что такое? Подождите. Привет, это партнер Tech, можешь gonna give, если... То есть, фол реальных юнитов. Донд это с камеры, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Партнер, то есть Сиген and give units, партнер. Да ё-моё, это что ты мне пишешь? Ё-моё. А всё, спасибо тебе большое. У меня нет никакой переписки партнер. Так, у нас есть диджей. У нас есть тут, это у нас, ребята, новый тоже апгрейд. И там камерамен. Ой, это что такое? Это чё, бля, какой-то хайпер. Ну ладно, я тебя прекрасно... О, у нас есть пианино. Можно, у нас тут можно играть, ребята. Давайте мы включим звук. А ну-ка. Послушаем. О, я вообще умею, ребята, играть. Ту-ту-ту-ту-ту. Ё-моё, это у нас и музыка. И вообще все, что у нас только тут не играет. Стоп. Поставить музыку тут. А, мы можем музыку поставить? Так, стой, а как выйти, алло? А, вот, все, мы можем выйти. Все, без проблем, я вас прекрасно понял. Так, у нас можно выбивать юнитов. А, вот, смотрите, есть шансы. У нас есть тут шанс на ультимейта 0.01%. На диджея 1%, на 11% гринлайзер камерамен. Но у меня, ребята, есть шанс выбить еще 7 юнитов. Давайте мы будем открывать. Опачки, это Spider TV нам выпал, это хорошо. Так, выпал Car Speakerman, давай, выпал Speakerman. Это уже четвертый юнит, а Dark Speakerman. Ну, блин, какие-то фигня юниты нам выпадают. Мех Камерамен, о, Green Laser Камерамен, вот это, кстати, довольно хорошо. Moving TV Man, и все, у меня монеточек, ребятки, больше нет. А, кстати, там был Тиландрик, вот это, кстати, замечательно. Так, давайте мы сейчас всех юнитов уберем, и мы возьмем вот этого юнита, возьмем Sun TV Man и возьмем Spider TV, вот. Вот этих юнитов, у меня такая тема есть. Так, смотрите, у нас есть такой вот спикер-туалет. ДПС 2 миллиона, радиус 60 и кулдаун 0.001. Экзиста всего лишь только 6 штук в мире. Так, 30 только человек могут получить спикермена туалета. А, то есть у кого больше монет, те смогут получить у нас юнита. Это довольно тоже хорошо. Вот такой у нас будет туалет, ничего себе. Действительно, очень прикольный у нас туалет. Так, у нас есть АФК фарм, эта зона не работает. Все, я тебя понял. Это что за пиксельная какая-то лазерная пушка? Туалет, что с тобой? Что? Ё-моё, ребята, ёшки-матрёшки. Ну хорошо, лучше не будем отвлекаться. Погнали, пока что пойдем в Туалет Сити, пока что в язычный мод. Все, давайте мы погнали сюда. Вот интересно, что у нас-то... А, кстати, видите, плеер, там какая-то тоже на штука есть. Там тоже юниты, которые есть. Ё-моё, действительно очень прикольно. Так, Туалет Сити, ага, за победу я получу 500 монеточек. То есть у нас 15 волн, это у нас изи режим. Ну, попытаемся выиграть. Если я, конечно, не выиграю, будет действительно очень плохо. Ой, ё-моё. Ну да, в принципе. Ой, почему я так быстро бегаю? Так, а почему я ставлю А2, а у меня он не ставится? Действительно, плохо, хорошо. О, куда ты полетел, Санта Вумен? Это что с тобой? Интересно, есть ли у нас тут что-нибудь такое интересное? Так, а мы, кстати, можем, смотрите, мы можем грин лазер камерамена поставить. Все, поставили грин лазер камераменчика. Все, погнали. Ага, нельзя поставить, ну хорошо, а может ли апгрейд у нас стоит 250? Ну, довольно сейчас будет легко, а где у нас туалеты, не понял. А, вот все, появились у нас туалетики, да? А почему вы так, ребята, посмотрите, что у нас с туалетами творится. Ё-моё, ты куда полетел? 275 хп. Так, давайте, нам нужно делать, Санта поставить, давайте, попрыгунчика, что это за попрыгунчики, ребята? Ну ладно, я вас прекрасно понял, так, давайте мы поставим грин лазер камерамена сюда, и все, мы будем просто ждать. Так, у нас тут, что-то тут-то у нас есть башня. А, туда забраться даже нельзя. Да ё-моё, почему? Ладно. В Торре Тавер Дефансе можно, а тут нельзя. Это что-то у нас плохо. Давайте мы еще познаем к спайдера. Все, познаем нашего спайдера. Я уверен, что никто не сможет пройти. Ага, сантовыменов у нас нельзя делать апгрейд. А можно у нас поставить больше 4? Вот, ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Так, нет. Что-то у нас пошло не по плану, все. Так, давайте делаем... Санты ставим, спайдеров, грин лазер камераменов ставим. А, кстати, а сколько у нас урона наносит? Госкамерамен у нас наносит 1, то есть 2500 урона в 1 секунду. Спайдер ТВ 2000 урона в 2 секунды, а грин лазер камерамен 150 урона в 0... 150 урона. Хорошо. Какая-то мусорка вот это тут. Вот интересно, есть ли тут какие-нибудь пасхалки у нас?
Кстати, то, что я быстро бегаю, это уже довольно хорошо. Такая база у нас. Можно ли туда забраться? Давайте посмотрим. У нас, кстати, вот в оригинальном Red Tower Defense есть, ребятки. Ну, то есть уже был тут контейнер. Ага, тут его нету. Хорошо. А, я упал, ёшкин матрёшкин. Ну, ладно, ничего страшного. Это бывает. Надеюсь, я возражусь, да? Или нет? О, фух, ё-моё, фух, фух. Я уже думал то, что я сейчас просто погибну и никак не смогу возродиться. Мне нужно 5000 баксов, чтобы делать апгрейд нашего спайдера. Такого легендарного нашего спайдера. Можно было бы у нас взять другие сиенти с камерамен, потому что у меня тоже сиенти с камерамен есть. А, кстати, что это у нас за блоки? Что тут вообще должно быть? Вот даже интересно, что у нас тут находится. Так, а может быть... сюда нельзя попасть. Ладно, я вас прекрасно понял. Так, у нас почти... А, вот, все, мы делаем апгрейд нашего спайдера. Ага, он у нас никак не поменялся. Если что, на максимальном левеле у нас будет спайдер выглядеть действительно очень красиво. То есть он типа будет Сигма. То есть он будет курсить Сигма Спайдер ТВ. Вы его просто посмотрите, как он выглядит, и вы будете реально смеяться от того, что как он выглядит, и что с ним сделали разработчики. Это действительно очень круто. Так, у нас уже 10 волна, у нас уже скоро будет 15 волна, и мы сможем у нас пройти режим и получить 500 баксов. То есть, и за 500 монеточек мы уже сможем делать больше и больше юнитов выбивать. Это тоже очень круто. У нас какой-то контейнер, который тоже был в Red Tower Defense старом. Так, можно ли... Так, тут ничего не нужно делать апгрейд. Вот, нам нужно делать побольше апгрейд наших Green Laser Cameramanчика. Вот, все. Сделали Green Laser Cameraman. Кстати, у них тут тоже работает прокачка. Вот это тоже очень круто. Ну, ребятки, тут у нас, в принципе, все эти юниты взяты из Red Tower Defense. Кроме курточки, это, по-моему, у нас в Red Tower Defense другая курточка. Ну, тут чуть-чуть что-то поменено. Вот 100%, ну, Spider TV у нас 100%, как в Red Tower Defense. Также Ghost Cameraman у нас тоже 100%, как в Red Tower Defense. Так что, я думаю, у нас тут есть, ну, в принципе, кое-какие изменения, но не такие прям глобальные. Это тоже очень круто, потому что она почти ничем не отличается от настоящего туалета в Redefense. Так, у нас уже 2500 долларов. О, кстати. Ой-ой-ой, это Фредди Фазбир, Фредди Фазбир, Фредди Фредди Фазбир. А можно ли... О, ты, я тебя могу двигать? Опачки, опачки, давай, погнали, погнали. Ё-моё, ты куда полетел? Опачки, 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 опа, 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 давай, давай, опа. Ой-ой-ой, что с тобой творится? Ё-моё, ой, ты куда улетел? А если... Вот так вот сделал, смотрите. А если вот так вот... Вау, куда я улетел? Это что за фигня? Ты чё, хочешь меня в нокаут положил? Положить или что? А ну-ка, давай. Ау, ай, все. А, Ювин. Все, ребятки, я победил. Все, ай, куда? Ё-моё, что я сделал? Так, хорошо, давайте мы телепортируемся в лобби. Я победил. И сколько я получил монеток? И я получил, ребята, да, действительно, 500 монет я получил за выигрыш. Это тоже очень круто. И погнали дальше открывать у нас туалетиков. Давай, юнит Сан-ТВ-мен. Хорошо, Сан-ТВ-мен мне выпал. Титан Спикермен, у Титан Спикермена шанс 75%. Да ё-моё. Дай мне что годное, пожалуйста. Шеф ТВ-мен, у Шеф ТВ-мена шанс, ребята, 33%. Хорошо. Сан ТВ-мен мне снова выпал. Спикер мне снова выпал, 75% шанса. И все, у меня деньги закончились. Ну, в принципе, у нас тут толку нету ничего менять, потому что у нас... Так, Green Laser Cameraman, и за место Спикермен, давайте возьмем какого-нибудь крутого юнита, давайте мы возьмем Титан Презентмена. Так, все, мы взяли этого юнита, куда мы бы дальше, вот интересно, куда нам бы дальше пойти? Или в Парадайз, или в Туалет Фортерс? А давайте мы попробуем это в Туалет Фортерс пойти, мне интересно, что там и как вообще играется. И реально ли пройти, о, кстати, Сигмы, вот это Сигмы, Сигмы, Сигмы. Потом у нас можно пойти в Сигма мод, но, блин, ребята, нам рекомендуют только ивентовских юнитов, но у нас их нету, потому что мы, скорее всего, там просто проиграем. И толку туда нам идти нету. Так, Ультра Найтмар мод. Если я проиграю, то есть если я выиграю, я получу 7000 баксов. Ну, довольно тоже хорошо, очень много. Это у нас можем открыть 70 юнитов. Ух, старая карта, как же я по тебе скучал. Давно я тебя не видел. Ну, давайте. О, кстати, уже видео, у меня 3000 баксов было. Эй, что у нас с асантами? Ё-моё, ты... О, ребята, меня уже это бесит все. Да ё-моё, я даже сам нормально не могу поставить. А можно ли у нас больше 4 поставить? Да ё-моё, это что творится? Да то ли это, блин, а тупые. Давай, мы сейчас поставим. Ой, а почему ты без ног? А, вот все, ты теперь с ногами. У, кстати, лентер это, то есть.
В одну секунду у него 3000 урона. А может надо больше еще поставить? Поставим еще больше. Поставим. Я не против это, чтобы у меня столько давались. Я, конечно же, не против. Ну, ребятки, так. Все, 250 баксов, мы делаем апгрейдик. Все, мы сделали... Эй, почему я не могу делать апгрейд моего Green Laser Cameraman? А, все... Ребята... Вот реально, меня вот это все бесит, уже вымораживает все. Кракен. О, вы что-то отдыхаете, пацанчики, вы что отдыхаете? Ну, я тоже хочу с вами посидеть, можно ли посидеть с вами, пожалуйста, потому что я тоже хочу отдохнуть от этой всякой рутины, всяких туалетов, Nightmare режима, потому что я уже сильно устал. Так, Титан Парс... Опа, 300 баксов я получаю, опачки, ребята, гопачки, мы получили больше баксов. Ох, ё-моё, 3500 урона. Ух, давай, мои Титан Презамены, вы красавчики. А почему-то мне дают очень мало монет. Это почему так? А, всё, понял, Санты мне дали бабки. Всё довольно хорошо. Замечательно то, что мне... А... Ну, ладно. Ладно, я вас прекрасно понял. Так, 4500 мне нужно, 4500 баксов, и я смогу сделать апгрейд нашего Титан Презаменчика. Интересно, какой у него максимальный левел? Так, всё, 4500, делаем апгрейд... Так, а вот 40 тысяч нужно будет, чтобы сделать апгрейд нашего Титан Прозамена. Ну, это что-то уже реально какая-то перегибается палка, так что я буду лучше дальше спайдера нашего делать апгрейд, потому что мне сказали то, что у него, ребята, какая-нибудь курсы, тут вот спайдер ТВ курсы. Ну, посмотрим, сколько у него будет урона, какой у него будет облик у этого спайдера ТВ, там какой-нибудь обновленный, и мне интересно, что там у него какой-нибудь за облик сломанный. Там у него, в принципе, сказали, ну, посмотрим, если у нас можно будет делать апгрейд на максимальный левел, если у нас получится, потому что, скорее всего, я думаю, то, что мы просто попросту проиграем. А ну, хотя, может, и нет, потому что у моего Титан Прозамена 12 тысяч урона в 0,45 секунд, и его никто не может просто победить. Это тоже очень плюс вайбик, плюс респект, это довольно очень хорошо. Кракен. Вот, ребята, напишите в комментариях, вы хотите, чтобы у нас старая в Nightmare режиме карта вернулась. Если вы хотите, то ставь лайк и подпишись на мой канал. И также не забудь написать об этом комментарии, вот если ты хочешь, чтобы вернулась наша старая карта. Но мне пока что нравится новая карта, ну, конечно же, по старой я скучал, конечно же. Как же у нас можно по-старому не скучать? Так, нам нужно 5000, да ё-моё, чё у нас так все сложно? Не знаю, кстати, я что-то легко прохожу, действительно, мы что-то легко проходим, потому что у нас уже 10-я волна, и никто даже вот до сюда у нас не дошел ни разу. А, кстати, сколько там у нас хп? 200, а почему 250 хп у нашей базы? Это, кстати, нерационально, это что-то у нас плохо, да? Ну, хорошо, Spider TV у нас уже второй левел, у Spider второй левел, нам нужен максимальный левел. Я хочу просто вам показать, какой у нас будет максимальный левел и как он просто поменяется, потому что вы 100% не узнаете этого Spider TV. Ух, это тут, это чё, акулка? Ай-яй-яй, акулка, бэйби шарк, ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. А может ли у нас, стоп. А, я чё-то за карту не вылетел? А можно ли тут у нас за карту вылетит, а? О, стоп, нет, я упал за карту, да ё-моё, вот снова за карту выпадаю в какой уже раз. Вот, а, кстати, у нас сейчас был, а почему у нас первая волна? Это чё за троллинг? Почему первая? А, все, 12-я волна. Я уже подумал, какой-нибудь троллинг. У нас же первая волна, за место 11 стала первая волна. Это было бы действительно очень круто. И посмеялись все бы надо мной. А вот надо мной лучше не смеяться. Уже 3500, нам нужно 8000 долларов, чтобы сделать апгрейд. Ну хорошо, давайте мы попробуем поставить АФК и посмотрим. О, ё-моё. Так, стоп, хорошо. У нас что-то отменяется? Или нет? Или да? Блин, ребята, мы еще короче, просто проиграем. Мы проиграем, ребята. О, ладно, пока что у нас лучше не радоваться, потому что, скорее всего, мы реально будем сейчас проигрывать. Если у нас так дальше, у нас будет проходить наши эти фрост-туалеты. Так, пожалуйста, убей, 8000 баксов, дайте. О, делаем так. Ставим вот сюда вот, и ставим еще вот сюда вот. Надеюсь, то, что мы сможем. Вот, все, мы справились. Ура, я получил 500 долларов, а потратил 4000. Это очень круто, спасибо Тори Тувер Дефенсу, взломанному Тори Тувер Дефенсу, то, что у нас все так поступило. Но это что-то реально, что-то плохо, потому что Фрост Тори это действительно очень много. Ой-ой-ой, вакуум туалет у нас проходит 50 тысяч хп, 14, 10, ой-ой-ой, сколько вас тут, биг туалетов, вас что так много, братаны, вас что-то так реально много.
Кстати, я думаю то, что я до 60-го никак не смогу пройти, потому что там, скорее всего, нужны будут какие-то крутые юниты. Ой-ой-ой, Велдер Туалет. Велдер Туалет, 150 тысяч КП у тебя было, а теперь у тебя остается 0. Ха-ха-ха. А почему каждую волну мне дают одну и ту же сумму? То есть по 114 монет мне дают каждую сумму. Вот не знаю, почему это все так, потому что с каждой волной мне должно, по идее, все больше и больше давать денег, но что-то не дается. Жалко то, что на сантовых мэнов тоже нельзя делать апгрейд почему-то, не знаю почему. Хотя, ой-ой-ой, босс туалет выбрался наружу. 900 тысяч хп. Вот что ты вообще у нас вышел? Ты понимаешь то, что я ж тебя никак не смогу убить, потому что... У меня нубские юниты, братан, у меня реально действительно нубские юниты, я просто проиграю, потому что ладно, 12 тысяч урона у одного было, да? А вот у второго ж нету, второго же нету, братан. Вот если, ну, кстати, гринлайзер камерамен, нет, ребята, мы проиграем. Мы, скорее всего, проиграем, а хотя если у нас будет, ну, ребята, кстати, нет, мы справились. Это уже хорошо. Без проблем, мы вроде бы справились. Так, нам уже 4500 урона. То есть, а стоп, 4500. 4500 тысяч баксов. У нас First Toilet пробежал. Ё-моё, ребята, все сложнее и сложнее у нас все проходит. Думаю, если я сейчас прокачаю нашего Титан Прозамена, то я смогу. Ну, вроде бы смог. А, ну, вроде бы да, а вроде бы и нет. Но если у нас все так будет дальше идти, то мы, скорее всего, быстрее проиграем, чем выиграем. Так, у меня уже 23-я волна, и все делаем апгрейд нашего спайдера. Так, нам уже, ё-моё, 15 тысяч баксов нам нужно. Ох, это действительно очень сложно, 15 тысяч баксов, ну, уже урон, ну, 8, блин, это 1500 в 0,8 секунд у нас урон у спайдер ТВ, когда у нас у Титан Парзаменов намного больше урона. И как, с чем это вообще связано? И мы же так сможем просто проиграть, если в 0,8 урона у него будет 1500 урона. Ну, уже 24-я волна. И предпоследний у нас вроде бы, по-моему, предпоследний у нас как раз-таки... А, мы еще просто проиграем, потому что, видите, Fast Toilet у нас просто проходит. И да, ребята, мы, скорее всего, просто проиграем. Вот, блин, Fast Toilet, пожалуйста, можешь умереть вот тут, пожалуйста. Умри тут, пожалуйста, по-братски. Умри вот тут, пожалуйста, потому что я не хочу проигрывать. Надеюсь, то, что мы справимся. А, ну нет, ребята, хорошо, я вас прекрасно понял. У него осталось 1000 урона. А давайте вот так попробуем. О, все, мы справились, хорошо. Ну, мы вроде бы справляемся, да, все, мы вроде бы справились, все без проблем. Дальше у нас нужно 15 тысяч урона, ой, 15 тысяч долларов, чтобы прокачать нашего спайдера. Эх, ребята, это реально очень сложно, ну ладно, подождем или не подождем, потому что мы, скорее всего, будем проигрывать, да. А, нет, вроде бы мы справились, все хорошо. Ух, ребята, вот это у нас пошла армия. Вот это у нас реально действительно армия пошла. И, скорее всего, мы еще просто попросту проиграем. 30-я волна. Ё-моё, чё так много полицейских туалетов? Это что за армия? Ё-моё, ребята, это у нас что-то не по плану все пошло. Действительно, все пошло у нас не по плану. Ну, ё-моё, ребята. Ё-моё. До сих пор идут, алло. Ну тут, ребята, это просто Unreal такое выигрывается. Это действительно никак не выигрывается. Мы сейчас просто проиграем. И почему я не могу спайдера апгрейдить на максимальный левел? Почему это так очень-очень сложно? У меня очень много вот этих сант. Почему их нельзя прокачивать? Почему их много ставить нельзя? Это очень тупая игра. Меня она просто выводит на эмоции. Это действительно тупая игра, которая... Меня просто бесит. Не знаю почему, но она меня бесит, потому что я тут ничего не могу сделать. Ох, ребята, это действительно очень сложно. Тут нельзя не апгрейд спайдера. Ой, не апгрейд наших санстай. А, я взял и поставил еще одного спайдера. То есть... А подождите, это что за прикол? Почему я еще мог еще больше на... Ладно, ребята, я вас прекрасно понял. Почему я еще мог еще больше у нас поставить вот этих сантовоменов? Почему? Почему я вначале не мог поставить, а сейчас я поставил? И я получил сколько монет? И я получил 20 монет. Вау, это как же круто. Да, круто. Я получил 20 монет за прохождение 20 минут этого гребаного Nightmare режима. Меня эта игра бесит. Не знаю, что вообще в ней крутого вы нашли.
Да, тут у нас Сигма какой-то камень. Сигма камень, вот на, попрыгаю на тебе. Вот что ты вообще тут находишься? У нас тут тоже какой-то Сигма камень. Тоже тут тоже попрыгаем на тебе. Вот что вы в этой игре нашли? Что такого крутого? Не пойму. Тут у нас нету ни бесконечных монет. Хочешь бесконечные монеты, получай. Трать $1500. И все. Это реально тупая игра. Все, я просто выхожу с этой гребаной игры, потому что она мне очень сильно не нравится. Ну, а если вы хотите, чтобы я снова в эту игру зашел и потрепала она мне нервы, то поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну, а теперь всем пока-пока.